памятнику дворника здесь установлен, который. Ну, я на положительно отношусь. Он вам нравится, как он выглядит? Я еще не видела, я только вот сзади подошла сейчас. Не видела еще. Что-то странно, конечно, это. Непонятный мешок какой-то. Дворники же наши не такие. У них какие же оранжевые жилеточки. Как-то, ну, как-то так одеты они же. Ну, это я не знаю, может быть. Может быть, это старинные? В старину так одевались, дворники были. Положительно. А вот он вам нравится чем? Не знаю, наверное, своей уникальностью. Да, конечно, потому что каждый из них, наверное, старается, чтобы наш город был чистым и аккуратным. Мне кажется, что это очень даже хорошо, потому что их, наверное, это мотивирует все равно. Нравится, украшает город. Для города какая-то индивидуальность нужна по-любому. Выглядит он очень устрашающе, я скажу. Не помешало бы добавить табличку. Лица. Ну, лица тоже, да, лица. Да, не хватает. Еще бы добавить табличку, обозначающую, что это, для чего это. Нет, такой не выдающегося дворника, да, взять и поставить. Своеобразный необычный памятник. Не знаю, лично мне нравится. Ну и ночью. Я первый раз проходил, думал, то, что это человек. Большой потом дядька. Потом увидел, то, что это памятник. Ну, я такой сперва подумал, типа, что это, для чего это. Ну, очень судя интересно. По метле, типа, подумал, то, что это, скорее всего, дворником. Тем более в центре города. Не знаю, мне нравится. Необычная идея. Побольше бы таких. Нравится, очень хорошая. Я думаю, наконец-то что-то сделали, да, Якутска что-то. Еще бы построили, что-нибудь новенькое бы сделали. Мне бы это понравилось бы еще. Я вообще раньше не знала, что это, как вы и сказали, я только сейчас узнала. Нормально, в принципе. Интересная задумка, что у него не видно глаз и лица, в принципе, что это все закрыто. Потому что люди, как бы, ну, не воспринимают дворников всерьез, наверное, из-за этого так. Я только приехала и смотрю, что-то изменилось в городе, пока меня не было. Ну, хорошо, пусть напоминает о чистоте, что нужно все-таки стремиться к этому. У нас не так чисто бывает, но сейчас чисто. Дворник тоже человек, о нем тоже должны знать его работу. Без лица это плохо, конечно, человек должен, так правильно сказать, ясное лицо должно быть у человека. А пустота, она есть пустота. Желательно, чтобы лицо было. Я вот проходила мимо, да, и прямо такие вот глубокие, как бы, ну, мысли, чувства появились, да, сразу как бы захотелось, ну, взять телефон, написать, сейчас вот, ну, фотографирую, и, знаете, вот, то есть не случайно то, что вот лица не видно, да, вот, потому что дворники нашего района, не каждый день мы их видим, но зачастую даже не замечаем их лица. Зачастую, как бы, у них бывают очень покрасневшие глаза от холода, да, особенно зимой, красный нос, красные щеки, и поэтому они даже не хотят показывать свое лицо и остаются в тени городского шума. И, наверное, мы должны, как бы, заходим в магазин, да, мы здороваемся с продавцом, да, вот, а в школе мы встаем, когда заходит в кабинет учитель. И также мы должны хотя бы там желать доброго утра, там, удачного дня нашим дворникам, потому что благодаря им наш город еще не превратился в свалку.